пригодится. Тоже пригодится. Книжка мне в дороге почитать обязательно надо. Так, Волк. Ой, Лёня, привет, а куда ты собираешься? Ну, привет, привет. Ты что, забыл, Зорик? Ну, мы же с тобой договаривались, что мы с тобой вместе отправляемся в путешествие. Путешествие. Вот. Но мы же не определились, куда. Ха! Сейчас определимся. Давай. Доедем до вокзала. До вокзала, а потом? С вокзала поедем... На чем? О, ребята, на чем мы поедем? На поезде. На поезде. Поедем на поезде. А как мы на поезде море переедем? А я чего? Думала... Мы давай на поезде поедем до ближайшего аэропорта. Ага. Да. Вот, а там сядем на самолет. На самолет. Да. И полетим. Вот, а там мы точно долетим до Антарктиды. Подожди, Зорик. А вдруг самолет не справится? Надо пересадку делать. А давай мы на самолете долетим. Долетим? До какой-нибудь вот здесь страны. Может быть, до какой-нибудь Африки. Давай, до Африки. О, в Африке посмотрим, да много этих живет. Обезьян. Обезьян. Много разноцветных попугаев. Да. Да. А потом Антарктиду. А потом там пересядем на большой корабль. Да. Ну, знаешь, что там очень холодно, поэтому надо брать с собой теплые вещи. Да, мы возьмем с собой теплые курточки и поедем. Да. Поплывем на корабле до самой Антарктиды. И будем... Да-да! И будем настоящими путешественниками. Да, мы будем путешествовать на троллейбусе, на поезде, на самолете. На корабле. На корабле. Большом. Да. Вот это да. Вот это да. Только знаешь что? Вот это мы придумали. Только знаешь что? Мне кажется, уже сегодня поздно собираться. Надо поспать, набраться сил. А вот завтра уже начинать обдумывать план выезда. Да? Договорился, Зорик? Да, да. Вот. Будем путешествовать во сне. Да, во сне. Ой, я сегодня побываю во многих странах. Да, а я знаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи.